Привет, молодые люди, я Шок. Недавно я стал обладателем руля Logitech и, понятное дело, я играл в гоночки всякие, но всегда понимал о скором ролике про CSGO. Сыграть CSGO на руле, это интересно. Я уже играл CSGO в кинотеатре, играл CSGO левой рукой, играл CSGO в Арктике, играл CSGO на телефоне. Нормально так. Но сейчас я буду играть на руле. Посмотрим, что получится. Сразу говорю, ничего умного здесь нет. Это полное бесполезное дерьмо. Делать тебе нечего, что ли, смотреть этот ролик. Если ты продолжаешь смотреть ролик, привет, чувак, соболезную. Окей, руль круглый. Это 360 градусов. Отнимаем 60. Получается 30. Минус 4, это 24. 24 тысячи лайков, пацаны. Че, сложно? Спасибо каждому. А мы приступаем. Но чтобы был бы соревновательный дух, мы решили сыграть один на один с Гитлайтом. И чтобы было бы нам проще и интереснее, мы позвали комментатора. Игорь Лавренюк. Привет. Итак, дорогие друзья, ну что же, всех приветствую. Сегодня у нас очень серьезная встреча, прямо максимально серьезная. Ребята играют на рулях. Обратите внимание, как жестко передвигаются ребята. И, конечно, это вне всяких киберспортивных диапазонов, но обратите внимание на то, как же старательно Эрик убивает в голову с помощью руля. Плюс в руках. Обратите внимание на передвижение. Не получается первый раз, но может получится второй раз. Там же появился АВП, может быть без прицела. Нет, Эрик решил прицелиться. Неожиданно. О, мимо, какая встреча, какие промахи. Но все-таки Эрик оказывается сильнее в ситуации на точке А. И АВП будет сейчас прицеливание. Эрик попадет или нет? Напряженная ситуация, как долго они ведут друг друга. Первый промах, второй промах, 15. Все-таки выигрывает Эрик. Вот так это комментирует? Да, да, шикарно, бро, просто шикарно. Давай, короче, давай забьемся. Кто набьет 10 фрагов быстрее и все. Все, погнали, мы готовы. 10 фрагов кто первый делает. Так, договорились. Или Глеб, или ты. И это, давай еще раз, РС. Итак, дорогие друзья, дамы и господа, я приветствую вас. У нас сегодня очень важный матч. Ребята играют на рулях. Такого еще не было нигде. И Эрик играть будет против Глеба. Каждый из них должен набить 10 фрагов. Ну, то есть, соответственно, кто первый набьет 10 фрагов, тот и выиграл. Итак, первая встреча на Б. Какое убийство! И Глеб зарабатывает уже первый раунд. Мы смотрим за Эриком. Эрик передвигается потихонечку в локации А. Ну что, давайте глянем, какие-то проблемы. Эрик зарулил не туда, встал на шпалу, но не знаю, поможет ли ему это сейчас. Рефреш появляется в другой точке, и у нас сейчас все-таки Глеб лидирует на один фраг. Смотрите. Ну что, Эрик аккуратненько наводится, рулит влево. Тут справа появляется соперник, встреча на нижней волне. Ой-ой-ой, как же Глеб выключает из игры. И Эрика еще раз выключили на зеленке. Ну будет ли это считаться? Это был Глеб, и он на зеленке. А, Эрик, рули вправо, влево, вверх, зажимает. Ничего не может сделать и зарабатывает Глеб. Вот как вообще Глеб так стреляет? Давайте посмотрим за Глебом. А вдруг он читер? Да, Глеб без прицела. Это что за фраги? Как так? Так, Эрик, бам, вот тут наконец-то поймал своего врага. Эрик, приседи, Глеб, хух. Итак, встреча, смотрим, Эрик начинает стрелять потихонечку в ноги, прицел чуть выше, опять путь в стороны. Но, тем не менее, у нас обновляется сюда 8 фрагов. У Глеба, ну какое убийство, вот Эрика с UCPS. Кровавая здесь перепалка у нас будет на рулях. Смотрим, ну и как попадает Глеб, да, ну его не остановить. Мне кажется, Глеб приловчился получше чуть-чуть на руле, но Эрик опять же курсирует на точке Б и получает в голову. Это 10 фрагов, победа за Глебастым. Глеб тут выиграл, безусловно. Да, фак, да, 10-2, Эрик. Фак, это очень сложно. Это новый режим будет? Короче, с сцеплением, смотри, вот видишь, я вниз смотрю. У вас сцепление есть. Да, я должен на сцеплении держать середину, вот так вот. И нога должна быть напряжена и на середине педали, вот так. Отпускаю педаль, он опускается. Поднимаю, нажимаю на педаль, он поднимается. Чтобы идти, нужно нажать на тормоз. Как-то нелогично. Чтобы стрелять, нужно нажать на лепесток. Поворачивать — это руль. Самое легкое — это поворачивать. Макс, спасибо тебе за игру. Все, я пошел тренироваться. Глеб, да, давай. Давай. Тебе спасибо, что пригласил. И, кстати, по вопросам, почему Гитлайту было так легко. Все потому, что если присмотреться, у него прицел всегда посередине, это означает, что у него сцепление было выключено. Поэтому все так происходило. Короче, что я могу сказать? После игры с Гитлайтом я понял, что руль — это
CSGO, ну реально полное дерьмо. Это бесполезное дерьмо. Я бы понял бы игру на руле в CSGO только в этом варианте. Но сейчас я вижу, что это какая-то шутка. Играть невозможно. Эта балансировка педали — это вообще отмена. Я должен держать в центре, чтобы она бы работала. Это не смешно. Но смотрите. Если я встану и буду делать вот такие вот киллы, то это вполне возможно. То есть это реально возможно, и это забавно. Это очень бесполезная штука, но я обещал это сделать, поэтому почему бы и нет. Мне интересно, что будет, если я зайду на десматч и попробую сделать хоть один килл. Зайду на сервер, где поменьше народа, чтобы хоть какие-то шансы были бы. Короче, если я делаю 3 килла, то это уже хоть что-то. Но это реально, опять же говорю, бесполезная какая-то штука. Чем я сейчас занимаюсь, я вообще без понятия. Ай-яй-яй. Немножечко сложно, что я могу сказать. Ну, первый килл есть, как каким-то боком. Найс! Я как настоящий снайпер. Господи. Ай-яй-яй, нет еще реакции спустить педаль. Так, давай. Давай. Да не. Все, это моя позиция. Я хочу в голову попасть. Именно прицелиться. Да нет, ну это бессмысленно. Сколько киллов взял? 9 на 30? Нормально так. Банихоп, это очень сложно. Я сейчас держу сцепление на середине и нажму сейчас на прыжок и идти вперед. Нет, слушайте. Без шуток, но это можно. Это можно. Вот банихоп получается. Блин, очень сложно себя контролировать и держать ногу в центре. Очень сложно. В общем, я не знаю, в чем смысл игры на руле. Это очень надоедливая штука и бесящая. Очень сложная. Я мог бы играть на кнопочках. Вообще все делать на кнопочках. Но, блин, а зачем тогда педали? Нужно полностью хардкорить и пользоваться всем, что у тебя есть. Поэтому для полностью хардкорной игры я использовал педали. А так, конечно, намного проще будет именно рулем играть. Это неинтересно просто. Я вот сейчас думаю, где или на чем мне поиграть в CSGO, чтобы было бы интереснее. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, кто досмотрел этот ролик, как поиграть. Потому что для меня это хороший вопрос. С вами был я, Шок. Играйте в адекватных условиях и становитесь лучше. Пока.